мозга в отслужащеды, проникшие на территорию республики в начале недели. Затем в район были высажены группы сотрудников милиции и пограничников, которые прочесывали местность. О результатах операции пока неизвестно. До наступления рассвета поиски прекращены. Сегодня на маяке 24. 11.20, биржевая площадка. Ежедневный комментарий ситуации на валютном рынке. Повышенное число пассажиров. Как вы знаете, сегодня в метро вновь вернулись автоматы. Они будут продавать проездные документы. Впрочем, наземные движения. В первой части программы вы узнаете о самых заметных культурных событиях в России и за рубежом.